Хотя бы что-то покушать. Ой, кажется, нас заметили. Бежим. Но мы уже успели поесть, поэтому ладно. Ничего страшного. Погавкают немножко. Лает, лает. Серьезно? Ты что сделал? Побежали. Побежали. А, так нам надо просто АД нажимать. Тогда ладно. Оп. Оп. Не догонишь, 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 не догонишь. Олив, где ты? Ты мне нужна. Нету ее. А ты как думала? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Прости меня за то, что я это сделала так. Что-то сделала не так. Помоги мне. Побежали, 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 побежали. Оп. Да здесь можно было бы уже в кусты сесть. Где-нибудь за кустами спрятаться. Как и долго бежит ты, собака. Вообще пофигу, что она уже от дома за километр перебежала. Здесь, короче, приходится нажимать, прям нажимать-то конкретно. F. F. Давай, давай, давай. Все нормально. Пока, собака. Пока-пока. Ой, зажалась. Ну а что ж ты убежал, Сникерс? Остаться. Чё такое? Чё такое? Ой. Сейчас не время мешкать, Доун. Давай, уходи. Норм. Я думала, мы ему поможем, типа, как-то морально. А он нас все равно решил догонять. Чего опять бежим? Ой, ой, тихо. Где-то там гавкает он, по-моему, сзади. Олив, пусти меня, мне страшно. Ой, сейчас сюда. Чуть такое было. F, Q, S, Z. А, это мы типа защищаемся. F, S, A, D. Давай, давай, давай. И F. Шипни на него прям хорошенько. F. Иди отсюда. Привязался какой. Z, V, F, Q. Я думаю, на геймпаде все-таки было бы удобнее нажимать. Иди отсюда. Я посмотрю, кому он принадлежит. Иди спать, мама. Ну и ночь. Тише, малышка, все в порядке. Собака ушла, ты в безопасности. Давай. И замереть. Ты вся в грязи. Разве не ты та маленькая кошечка, которая заходила к нам на днях? Давайте-ка помяукаем. Я сейчас вернусь, милая. А где та кошка, интересно? Она у нее так и сидит? Наверное, так и сидит.
А чё на две не возьмет? Две тоже норм. Поесть что несет? Попить? Кью. Ну, бабка запела. Удержите, чтобы мурлыкать. Мур, мур. Я говорю, можно же принести просто ошейник и показать, что это мы. Что такое, милая? Ты можешь сказать мне? Мяукнуть. Удержите, чтобы мурлыкать. Сейчас ее дочь придет и скажет: убирай давай ее отсюда. Опа. И как быть? Мне пора возвращаться в постель. Я согласна, последние дни были очень насыщенными. Давай ложиться спать, Олив. Нет, она сейчас дверь закроет. Я не могу взять тебя в дом, дорогая. У меня уже есть кошка, прости. Ты сегодня много пережила, так что береги себя. Как несправедливо, ребят. Это ошибка. Мое место внутри. Olive doesn't remember who you are, Dawn. Так, сейчас. Спокойно. Мы не плачем. Мы стойкие. Так и легла спать. Около нее. Неужели она не видит, что это какая-то другая кошка? Должно же быть какое-то, я не знаю, отличие от них, различие. Даун. Ой, даун. Доун. Даун. Куда ты опять? После нескольких дней отсутствия пищи дикая кошка должна поесть. Ну, такая мисочка, конечно, нажрёшься на месяц, мне кажется. Ложка, вилка, да я думаю, мы и без неё обойдёмся. И оп. 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 Ой! Упали! Оп. 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 Сейчас поднимется. Оп. Скачем по тарелкам. Пережидаем. И раз. Все, все, нормально, становись. Оп. То, что она есть-то хочет, это понятное дело. Фу, запрыгнули. Но для животного тоже же самое главное, это внимание, забота. Прыгай. Куда-то в страшное место мы прыгаем. Упала опять. Той ночью в ванной. Зачем ты прижалась ко мне, если собиралась меня бросить? Зачем ты притворялась моей семьей? Зачем ты притворялась, что любишь меня? Я люблю тебя, Олив.
Просто тогда я этого не знала. Я никогда никого не любила раньше. Так, только ничего грустного, пожалуйста, игра. Я не создана для дикой природы. Могу я вернуться домой? Надеюсь, что да. Каждое животное заслуживает своего домика. Тепленького, уютненького. 16 июня. 17 июня. Я больше никогда не выйду из этого двора. Собаки внушают ужас. Опа. Привет. Козлина, ты рыжая. Пойдемте-ка к ней подойдем. Может, вообще пацан, а не девочка. Удерживайтесь, чтобы краситься. Большие кошки очень территориальные существа. Доун, если ты хочешь вернуть свой дом, тебе придется за него бороться. Мы сейчас с ним поборемся с ней. Снимем мошенник, напялим на себя и пойдем в этот дом. Ты! Тебе конец! Вот как мы умеем. Поняла? Не позволяй ей помогать тобой, Доун. Это твой дом. F-E-Z-V. У-у-у, мы тебе сейчас покажем. Давай, иди отсюда. Хотя ее тоже жалко. Она же тоже, походу, ничья. Это ты смотрела на меня через окно ночью? Ты это спланировала? Простите, мы здесь не употребляем таких выражений. Боже мой! Так, SVXD. SVXD. Не успела. V space A E. Раскладка просто странная. Была бы VSD, было бы удобнее намного. Доун не волнует, что ты была первой. Так, SFZD. Видала, как мы умеем? Это тебе не хухры-мухры. О! Доун, прекрати! О, нет! Что я наделала? Чего? Иди сюда, малышка. Давай прокатимся, пока мы не проснулась. Куда прокатимся? Куда прокатимся? Она ее выкинет сейчас нафиг где-нибудь. На улице. Да, я же правильно поняла, то что она ее повезла куда-то увозить. Типичная схема вот таких вот хозяев. Псевдохозяев. Она ее в приют повезет. Скорее всего. Она радостная сидит, думает, она ее забрала. Ты там в порядке, дорогая? И это похоже на то, как начиналось наше путешествие. Ты и я в машине. Приют везет. 100 пудов даю. Я так рада, что ты это понимаешь, что все это было большой ошибкой.
Ну-ну. Дикая кошка наконец-то была принята до Прайда. Или на дороге выкинет ее. Че выкинет ее? Серьезно? Бабка, ты что, с ума сошла, что ли? Поздно обнимать-то, когда ты ее выкинуть хочешь. Прости. Я знаю, кто ты. Это была ошибка установить вас обоих. Я не могу иметь двух кошек. Олив? Я не знаю, как долго я буду рядом. Это место лучше для тебя. Но никаких клеток, меньше машин и собак. Здесь ты будешь в безопасности. Подожди, Олив, куда ты? Эй, куда ты, реально? Бабусь. Извини, милая. Возьми меня с собой. Я буду хорошей, я буду лучшей домашней кошкой, блин. I'm sorry, Dawn. I'm so sorry. Бежим. Куда бежим? Зачем бежим, непонятно. Ну, не добежит она, это уже факт. Я даю свое полное согласие на то, чтобы моя приемная кошка стала частью моей дальнейшей жизни. Давайте сразу вот сюда вот перескачем. Я согласна обращаться с этой кошкой гуманно, с любовью и уважением. И выкинула ее. Эта кошка будет жить под моей крышей и иметь место, которое будет называться домом. Хорошо, что ж, она ваша. Она нашла свою новую семью. Нашла. Она нашла, мы видим. Выкинула ее, как ненужный комок, я не знаю, фигни, как мусор. Нельзя так поступать, нельзя. Вы взяли ответственность за животное. Ну не плачь, я бы тебя взяла, моя хорошая. Взяла и в лесу ее бросила. Класс, отличная бабка, конечно. Это было странно. Как будто Олив хотел оставить тебя здесь. Вообще-то так и есть. Так-то вообще-то.
машину. Это не машина, Олив. О, Дон, все машины выглядят одинаково. Ты действительно собираешься проверять каждую? Зацепляется просто за каждую возможность. Не вешай нос, Дон, ты выглядишь так отчаянно. Так, это не ее машина. Это не машина, Олив. А куда нам дальше? Дальше прям бежать? Мы куда-то бежим? Или нет? Мы куда-то бежим. А вот теперь не бежим. Пойдемте, значит, там искать. Ну, мы вроде их все посмотрели. Нет. А, во, во вселенной не осталось волшебства. Что такое? Так, а мы к этим подходили? Нет. Мне кажется, кошки даже не попадают в рай. Почему нет? Ой. Ой. Полагаю, мы покончим с потерями. Начнем все сначала. Вернемся к первоначальному плану. Что скажешь? Нет, она все равно до сих пор ищет. Она до сих пор все равно ищет, несмотря ни на что. Семнадцатое, восемнадцатое, девятнадцатое, двадцатое, двадцать первое. То есть мы уже здесь прилично. Уже 4 дня здесь ходим. Холодные, голодные. А, так мы куда-то пришли. Какое-то место нашли. Давай, давай. И оп. И оп. Неужели назад пришли? Дикая кошка может рассчитывать только на одно, на себя. Дождь лил, как из ведра. Неудивительно, что здесь никого нет. Какой-то парк. Вон, что-то поесть у нас есть. Какая-то стоит машинка. С едой, скорее всего. Если открыто, значит, там кто-то есть. По воскресеньям закрыто. Проклятие. Значит, закрыто. Пойдемте тогда. В документальном фильме о природе сказали, что здесь будет рыба. А мы ее не можем, да, половить? Ну, вряд ли. Хотя в парке, может быть, есть рыба. У нас вот вроде водится. Но как-то не знаю. Шокью. Забраться, типа. Возможно, я не права, но деревья переоценивают. Клим 5-3-3-с. Так, фонтанчик у нас тут есть. Но на него не заберешься. Какие-то у нас статуэтки. Язык проглотила. Какие-то статуэтки. Это что такое? Ой, там кто-то ходит, по-моему. Рада, что деньги налогоплательщиков потрачены не зря. Там кто-то ходил, или это мусорка была? Не, наверное, это мусорка стояла. Тут у нас что?
Тут у нас тоже никого. Однажды я укусила незнакомца так сильно, что потекла кровь. Это был мой первый дебют в качестве вампира. Ну, хорошо, что она хоть на позитиве, кошечка наша. После таких, конечно, стрессовых ситуаций тяжело оставаться на позитиве. А куда нам бежать-то? Куда нам бежать? Через эту арку мы проходили. Вон там вон какой-то дом у нас стоит. Может быть, туда? Дом, площадка. Язык проглотила, да. А, так это не дом, это туалет, скорее всего. О, мы можем покататься? Не? О, да, прикольно. Мы можем... О, пойдемте, мы там пройдем. Так вот. Ой. Не запрыгнули. Ой. Ой. Понятно. Иногда я понятия не имею, что творится у тебя в голове. Да, мы тоже. Все люди одинаковые, никогда не доверяем. Особенно маленьким. Ну, маленькие, да, они еще не осознают всю серьезность. Да, это у нас получается туалет. Дождь лил, как из ведра, неудивительно. Это мы так... Это мы поняли. Они забыли мольберт и специально оставили его здесь. Я думаю, он тут... Ой, тихо. Тихо, тихо, тихо. Ты, конечно, залазишь так ловко. Мне кажется, он здесь так и стоит просто всегда. А куда же нам идти? Тут мы были. Оп. О! Нифига подпрыгнули. Во, вот там мы не были. Так, может быть, там можно было бы как-то забраться? Тут у нас мячик лежит. Чё-чё? Держись подальше от незнакомцев. Дядя Ларри научил меня этому. Они называют это баскетболом. Для меня это похоже на выбивного. О, кто-то даже мячик оставил свой. Пойдем туда, вон через мост. Я думаю, нам примерно туда и нужно. Она так ушки прикольно поджимает, когда бежит. Остаться, покинуть парк. Давайте-ка покинем. Пойдемте. О, рыбка. Че, ловить пойдем? Глаза-то как загорелись. Давай. Икс. Зет. О, как это знаком, правда, дом? Все эти игры с мистером Пёрышком должны быть принесли свои плоды. Давай, давай, давай. Сейчас поймаем. На этот раз эти скользкие гады не уйдут. Ха-ха. Ну, что-то они как-то уходят на самом деле. Давай. Последний раз. И... Оба! Хорош! Все, бон аппетит! Рыбы, кстати, неплохо так они наедаются. Только там кости. Это, конечно же, не очень хорошо для кошки, потому что они мелкие. Но я не ела уже несколько дней. Мне нужно что-то было более сытное. Но да, типа, то, что там одни кости. Что такое? Что-то там учуяло. Что там? Что там может быть? На выход нам типа показывает. Ну ладно, мы так и поняли, что нам выходить. Пойдемте. Так бегает ржачно. Своими лапками вот этими вот задними. Что тут? Нам туда, да? Конечно, нам крысам. Куда еще? Привет, мистер мышь. Сплинтер. Только не мышь, пожалуйста. Мыши, они не очень вкусные, мне кажется. Дикая кошка использует свое исключительное зрение и слух, чтобы охотиться, используя тень своей жертвы. А, так все-таки крысу, так она может быть отравленная. Какая-нибудь... С бешенством.
Съесть крысу, съесть мусор. Давайте лучше мусор. Сейчас крыса нападет. Как... На. И все. Ты же поделишься? Друг. Давай проследим. Пойдем. Кто такой? Какой-то мальчик, по-моему. Белый. А, так у них тут прям сообщество. Фу. Мы пощадили бедную мышь, а они ее кушают. Бедная крыса. Давайте подружимся. Привет, ребята. Я рыжий, смотрите-ка. Ой, этот белый расцарапан. О, нет, они выбирают насилие. Эй, ты чё? Эф. О, вам. Мы станем вожаком. Это что за белый ведьмак вот этот с голубыми глазами? Что? Похоже, вам здесь не рады. Так, QIXV. QIXV. Успела? Нет. S-Space-Space-E. Сейчас, подожди, мы покажем вам мастер-класс, как надо. Так, S-D-X-Z-V. О, одна против... Раз, два, три, четыре, пять. А, F, X, Q, C, F, V, V, S, V, F, C, A, Z, V. Успели. Еще? Оп. Давай, прям финальный рев. Все, одна уже боится. Еф. И эти сейчас испугаются. Рыжий, ты чё? Ну, братаны, я же своя. В, Е, В, Е, Х, С, Е, Е. Не успела. Так, З, Д. Господи, английская раскладка, это, конечно, жесть. З, Д, С, Q, Е, С, Д, В. В. О! На джойстике было бы легче, мне кажется. Е, Ф, С, А, С, Е, С, С, В, С. Нифига, с первого раза. Ну все, ребят, ну прекращайте. Ну хорош. Че вы пендривались тогда на них, если все равно они нас прогнали? Я больше не хочу быть уличной кошкой. Да, у них там свои правила. Ты как думала? И это вам не хухры-мухры. Все, побежали назад. Кого мы обманываем, Доун? Мы не можем противостоять пяти бродягам. Ты едва справляешься с бабочкой. Да не, ладно тебе, я ее поймала вообще-то. Она просто немножко ускользнула. Прям совсем чуть-чуть. Так, ну мы же поели. О! Это опять этот пацаненок. С этой бешеной. Дикая кошка наблюдает за дикими людьми в их естественной среде обитания. Мы осмелимся ли подойти ближе? Это пахнет кабаноси. О, Доун, да, это воспоминание, давай украдем. Но мы должны быть осторожны, чтобы нас не заметили. Да, это очень сильно похоже на Among the Sleep. Вот. Потому что там тоже, типа, с нами разговаривал наш Тедди. Игра кончена или нет? Типа, нас увидели? О, привет, малыш.
Это то, что ты искал? Да, это то же самое. Давайте-ка возьмем. Надеюсь, он нас не обидит. Хороший котенок. Хочешь жить со мной и другими моими кошками? У тебя их не одна, что ли? Киара и Флейм будут рады новому другу. Какой ты храбрый. Я знаю, каково это бояться, злиться и быть совсем одним. Когда мой папа ушел, было тяжело, но я знал, что это не моя вина. Когда-нибудь я посмотрю ему прямо в глаза и спрошу, почему он не взял меня с собой. Проблема на проблеме, ребята. Какой мир жестокий, конечно. И люди жестокие, на самом деле. Отойди от этого отвратительного бродяги, Генри. У него может быть бешенство. Мальчик-то, кстати, неплохой. Странно, что он не такой, как его мать. Бешенство. Это у нее бешенство, скорее уж. Опять дождик пошел. Так, куда нам? Под лавочкой спать, что ли, будешь? Ну да. Да то улыбается. Опять кошмарные сны. Пойдем. Побежали скорее. Оп. Картина какая-то у нас тут. Сердечко. Девочка, мама с ребенком, какая-то женщина, помощь, взаимопомощь типа, скорее всего. Так, а куда нам дальше-то? Так, вот у нас вот что-то. О, это там Маня, а это мы, это она срисовала. Последняя надежда, типа, наверное, имели в виду это. Это она, типа, все избавляется. Потеряла надежду. Не хочет больше. Не верит больше, не доверяет. Скорее всего, такой был посыл, чтобы мы поняли это. Мы в какой-то коробке. 21, 22, 23, 24, 25 июня. Но это лето. Когда будет холодно, будет зима. Что тогда? Какую-то коробку, кстати, нашли. Бедный несчастный котик. Ты позволила мне думать, что у меня есть дом. Ты позволила мне думать, что у меня есть место. Ты помогла мне открыться и выкинула. Ты позволила мне почувствовать себя в безопасности. А потом ты меня бросила.
прекрасно. Что я хочу сказать, друзья? Идут бомжи. О нет, похоже, эти кошки не на шутку разозлились. Они еще и нашли нас. Ребят, ну вы чё? Я такая же, как вы. У меня нет хозяина, я не доверяю людям. Так, ZXVEV. Давайте, будем защищаться. ECESAXCV. Так, я же нажала CV. Так, ладно, все, здесь не на время. Так, XCV. Хорошо, хотя во время иногда убирают, а то это нереально. Ладно, там на этом, на джойстике нажимать пару буковок. 4 буковки, а здесь ты чё? Так, Ю, Е. Дерёмся. Отвалите от меня, ну, ребят. Ты больше не пугливый кошка, Дон. Дикая кошка должна дать отпор хулигану. Так, Z, Q, S, S, X, S, S, блин. F, Z, A, X. Не успеваю. Ждем, когда не будет времени. Так. F, Z, A, X, Z, Q, C, V. Нормально. Тут просто 6, 9, 9 клавиш надо. Да какой 9? Даже больше. И это все нужно, типа, запоминать. Вы чё, ребят? Так. Q, X, E, X, E, E. Даже не буду, короче, больше пытаться. Так. Все, отлично. Напугаем и ладно. Подумаю, что долго. Во, вот это мне больше нравится. Вы от меня отстанете, слушайте. Не отступай, Доун. Вот этого сначала. С. Пошла, пошла. Идите. Иди отсюда. Оба. Побежали, побежали. Опять бегут. О! Это что такое? USP, EE. О, не. Так, Z, A, V, S, A, F, Q, Space, A. Нереально. Давайте, короче, так. Z, A, V, S, A, F, Q, Space. Сейчас, сейчас, пацаны, подождите. Q, 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 F. Все. Мы готовы. Мы готовы к драчке. Ой. Ой, что выдало. Ой, зверина, что выдало. Капец. В. Я вернусь, Олив, чтобы посмотреть тебе в глаза. Я больше не боюсь. Я не боюсь узнать, где мое место. Не боюсь понять свою ценность. Что там, дом ее? Ой. И сказать тебе, что ты поступила неправильно. Жаль, что они не могут говорить. Точнее, жаль, что мы их не можем понимать. Вот как сказать лучше. Они-то умеют говорить. Просто на своем языке. Прощай, Парк. Приятно было познакомиться. Побежали. Пойдем, пойдем, пойдем. Че, опять бежать? Да, опять бежать. Так, А. Д. Ну, она еще смогла вернуться. Я же говорю, что они умеют возвращаться. Так что даже не сомневайтесь. Потому что я когда жила в деревне, ну, у себя дома, у меня
тоже бывало, то, что коты уходили. Кошки нет, они больше как-то дома сидят. А вот коты, они прям любят где-то шастать, ходить. Они еще и не кастрированные, там ничего. Потому что, ну, обычные деревенские домашние там. Вот. То на улице, то дома, то во дворе и тому подобное. И часто довольно-таки уходили. Я помню, я и в дождь орала, стояла, звала своего любимого кота, которого прям очень сильно любила. И до сих пор люблю, и, к сожалению, его уже как бы нет со мной, но все-таки я его помню, очень прям сильно ждала. И такое было просто счастье, когда он приходил, даже если ливень льет, гроза гремит, мне пофигу, я стою его... Не смотри на меня так долго, я в порядке. Я его ждала до Талова. Прости, если кашель напугал тебя. Я не такая уж и страшная, иди сюда, малышка. Больше не твоя, малышка. Ты не очень хорошо меня знаешь. Но я обещаю, что со мной ты будешь в безопасности. Обещание, которое ты нарушила. Я всегда буду заботиться о тебе, Доун. Пока однажды ты не исчезла, исчезнешь навсегда. Спасибо, что не бросаешь меня. Ты все, что у меня осталось. Черт возьми, Олив! Вот. Так что это было прям непередаваемое счастье. Вот. Поэтому берегите своих домашних животных, любите их, целуйте их, жмякайте их, кормите. Если они пакостничают, ничего страшного. Это животные. Дети тоже пакостничают. В этом нет ничего страшного. Все, мы, получается, вернулись. У нее какая-то синяя машина. Ты готова, Доун? Прошло всего несколько недель, но это место выглядит совсем по-другому. Новая машина Карен? Красота. А эту живая изгородь, эту живую изгородь постригли? Что у нас там? Природная жемчужина, две спальни, одна ванная, воскресенье, за подробностью обращаюсь к Феликсу Харли. Ага. Это у нас какой-то дом. У дикой кошки сердце ёкнуло. Это нечестно, какого чёрта, Олив? Типа уехала, продала? Что ты теперь будешь делать, Дон? Её нет. Олив больше нет. А куда же рыжая кошка делась, если Олив поехала в дом престарелых, куда рыжая кошка? Недостаточно сильная, чтобы быть дикой кошкой. Недостаточно умна, чтобы быть бродячей кошкой. Недостаточно мила, чтобы быть домашней кошкой. Тогда кто же я? Ты очаровательная пусечка моя. Милашка, уйди с дороги. Почему ты сидишь здесь? Я устала так упорно пытаться стать частью этой семьи. Что ты делаешь, Доун? Уйди с дороги. Не, ребят, такое я точно не вынесу. Тихо, тихо, тихо. Может, он ее заберет? Дорога, Доун. Смотри на дорогу. Что такое? Так, это собака с нами тут сидела. Владельца домашнего животного. Не волнуйся, Майло. Что такое? Вы кто? Майло, Фигайло. Ёлка какая-то. О, котенок. Привет. Я не хочу кошку, я хочу компьютер. Это самый худший подарок на свете. Капец. Это просто капец. Это реалии нашего века на самом деле. Котята выкинули. Пожалуйста.
Пожалуйста, папочка. Милая, прости. Мы не можем позволить себе содержать кошку. Выкинули. Просто молча. Она же кошка. Как ты собираешься о ней заботиться? Ты едва ли можешь позаботиться о себе. Дом — это не данность, не гарантия, не право. Дом может быть разрушен в любой момент, и нужно заново укореняться. Дом не связан с вещами, местами или людьми. Дом — это не там, где ты спишь или спал раньше. Это совсем не об этом. Дом — это место, где в тебе нуждаются больше всего. Давайте-ка уйдем. Не будем. Мне нужно найти ее. И даже если Олив не сможет ухаживать за мной. Я все еще кошка Олив. Даже если она не может быть моей хозяйкой. Well said, хорошо сказано, well said. Хорошо сказано. Так, суицидить мы не позволим ей. Возьми себя в руки, Дон. Продолжаем поиски. Может, придет? Ну? Не, не идет. Давайте под окно залезем. Ну? Залазь. Давай, моя хорошая. Ну, все пусто. То есть ее здесь явно нет. Весь дом пустой. Тут мы тоже не залезем. Похоже, они заделали дыру. Угу. Ясно, все ясно. Тоже пусто. Пойдем. О, окно открыто, кстати. Уже свело. Но они вещи-то еще не все забрали. Может, приедут? Дикая кошка обеспокоена. Где ты, Олив? Серьезно? Дай нам знать. Последние дни у нас были непростыми. Пойдемте сразу на второй этаж. Да нету ее здесь. Не могу поверить, что она действительно ушла. Нету. Что ты ее ищешь? Нету. По-прежнему лучшее место для сна в доме. Так много коробок. Время играть. Время играть, ребята. Время играть. Давайте немножко поцарапаем. Дадим знак, что мы здесь были. Давай, давай, мой хороший. Пусечка моя. О, на самом деле мне уже не хочется. Ну, понятное дело. Немножко так чуть себя расслабили. Здесь ничего нет. Идем, значит, вниз. Оп. Давай. Опа. О!
Привет. А что, тебя не взяли что с собой? Я твердо убеждена, что нужно узнать человека, прежде чем судить его. Ты согласен? Отлично, я Олив. Думаю, мы будем хорошими друзьями. Она тоже его не взяла, походу. Ее. Его, не знаю. Давай следовать. Привет. Приветики, привет. Пойдемте к нему. Пойдем быстрей. Давай. Оп. Но мы уже по этому пути ходили. Поэтому мы уже знаем, куда тут дальше идти. Привет. Так, тут у нас шуры-муры, все дела. Это надо было обязательно в игру вставить, конечно же. Пойдем. Что-то быстро как-то бегает эта вторая рыжая кошка. Оп. Побежали. Road closed. Close it. Давай. Опа. Она уже вон на заборе сидит, пока ты тут прыгаешь. Оп. Куда мы, к собакам идем? Пока что это выглядит, будто бы мы к собакам идем. О, хороший мальчик. Я буду заботиться о тебе всегда. Бросит его завтра же. Я уверена. Люди немножко умеют, конечно, привирать, поэтому... Это факт. Я буду о тебе заботиться, а через месяц оказывается... Никому не нужна кошка. У нас оказалось, что у моего ребенка аллергия. А до этого, типа, ты не знала, что у него аллергия. И вообще-то сейчас таблетки есть от аллергии. И вообще избавляются от нее. Так что, вообще, тупая идея, конечно. Вот это вот брать, а потом сетовать на аллергию. А ты вернешься домой? Ты мне нужна. Что ты нам хочешь сказать? Показать? Может, она нас в дом престарелых в этот ведет? Или в новый дом? Sunny сад. Сайт. Retirement. Дом для пенсионеров Sunny сайт. А, то есть они прям здесь живут? А я думала, это как... Какое-то здание многоэтажное. А это, оказывается, здесь. Тише, я здесь, Мэй. Какой-то поменьше домик, короче, взяли просто, да и все. Мы семья, Доун. Я обещаю, что никогда с тобой не случится ничего плохого. Мы должны быть вместе. Удерживать, чтобы мурлыкать. Две милашки сидят. Мы мурлычем? Остаться. Давайте-ка останемся. А хэппи-энд будет? Или нет?
finish the game in one go. В смысле, все, что ли? А где happy end? Ой. А, так мы типа вдвоем теперь будем. Целая семейка. Типа, люди семья, кошки две семья. Дикая кошка никогда не будет одинокой, когда ее сердце нашло свой дом. Там туша у меня прошла сзади, да? Все, что ли? А, реально? Типа такой вот конец? То, что как бы она не осталась человеком, но при этом нашла свою семью в виде этой кошки второй. Может быть, это кот, конечно же. Вот. Так что вот так вот. Ну, что я хочу сказать. Игрушка на самом деле очень такая вот прям грустная мне показалась. Тем более я человек достаточно сентиментальный. Я все, что касается животных, он меня просто сразу пробивает на слезу, когда с ними как-то не так относятся. Когда их берут и бросают. Но это понятно, так у многих. И я надеюсь, что все-таки люди одумаются и как-то научатся брать ответственность нормально. То есть, если ты не можешь себе позволить кота, если ты не можешь его себе прокормить, если ты постоянно на работе, у тебя нет времени с ним там как-то сидеть. А, так они вдвоем у нее остались. То не надо их брать, не надо. Я люблю тебя, Дон. Я тоже люблю тебя, Санрайз. Так, это кот, а мы кошка, типа, понятно. У нас, типа, семья. Дом — это не там, где вы живете, а там, где вас больше всех нуждаются. То есть они как бы тут не живут? Или живут? Или приходят? Нет, наверное, все-таки живут. Вот, конец. Так что игрушка очень прикольная. Я рада, что я в нее поиграла, поплакала, подрастроилась. Вроде как хэппи-энд, но все равно как-то, знаете, вот это вот какой-то негативный момент все равно остался, то, что в жизни-то у нас все-таки есть такие моменты, когда люди бросают животных, так вот к ним относятся. Вот, посмотрите, кто у меня тут есть. А, поэтому, ой, игрушка прикольная. Вот, тихо. Игрушка прикольная, мне понравилась, поэтому любите. Любите и берегите своих животных домашних, вот, не обижайте их, они же хорошие у нас, хотя и злятся вот так вот, и царапаются, и кусаются, и все делают, но все равно они у нас самые любимые. Поэтому, если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на мои соцсети, все ссылочки есть в описании под видео. Также не забывайте про колокольчик, чтобы не пропустить новые серии. И все, ребята, мяу, всем до скорой встречи, всем пока-пока!